Всем доброго времени суток. Камера получилась маленькая неприятность. Я ехал на велосипеде и проколол покрышку и, следовательно, камеру колючкой. Одну дырку я заклеил, одна колючка вот проколола здесь. Видите? Сейчас я буду клеить вторую дырку. Как определяется дырка? В первую очередь берем насос. Накачиваем камеру так, чтобы она имела какую-то плотность. Потом наливаем воду в ванну или в миску какую-то. И в воде проверяем, где у нас дырка. Вот после проверки выявилось, что отверстие вот тут рядышком. Для клейки я буду использовать специальные такие заплатки. Резиновые. Также резиновый клей. Берем ножницы. Вырезаем заплатку. Вот такие. То есть заплатка уже должна у вас быть готова. Дальше нам нужно взять наждачную бумагу и зачистить вот место, где у нас дырка. Я ее пометил, видите, клейкой лентой, кусочком скотча, потому что у меня не было флайера. Зачищаем место, где мы будем клеить, вулканизировать. Наждачка нулевочка, так чтобы не повредить камеру. Естественно, грубую наждачку применять нельзя, потому что мы повредим все, что только можно повредить. Все тщательно защищается. Дальше можно растворителем, ацетоном обезжирить. Берем ватку, ацетон, растворитель 646. Очень хорошая штука. И здесь мы убираем всю грязь. Так, после того, как камера просохла, берем клей, отдираем клейкую ленту, где у нас отверстие. И вот в этом районе нам нужно намазюкать клей. Воронка клея должна быть круглая, для того, чтобы платка попала в область клея. Дальше отдираем фольгу от латки. Отдирать нужно так, чтобы не прикасаться к самой латке, потому что это чревато последствиями. Так, ждем, когда клей подсохнет. И теперь можно наносить латку на место, где у нас дырочка. Значит, вся суть заключается в том, чтобы плотно прижать латку. Желательно можно положить какую-нибудь гирю или гантелю. И вот так на сутки оно должно лежать. Я вот даже, видите, установил 16-килограммовую гирю. И ждем сутки, пока клей не засохнет. Прошло ровно сутки после того, как я заклеил латку. Вот видите, это латка. И теперь давайте проверим в воде, как она держит. Помещаем воду, делаем давление, ну, естественно, накачиваем камеру, придавливаем руками, делаем усиленное давление, и видим, бульбочек нету. Значит, латка завулканизировалась, заклеилась хорошо и будет надежно держать. Также проверяем на наличие прокола по всей камере, по кругу. И делаем соответствующие выводы. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх.
Если видео было не полезным, не понравилось, дизлайк. Подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.